Лидер партии «Аул» Гани Калиев, по его словам, проголосовал сегодня за идеалы, которые считает верными. Гани Калиев солидарен с теми казахстанцами, которые считают нынешние выборы важным историческим моментом. От голоса каждого зависит будущее страны, заявил Калиев. Народ должны сегодня серьезно оценить тот исторический момент, который мы переживаем. Я хотел пожелать нашей стране процветания, укрепления суверенитета и больше взаимопонимания.